Белый, синий, красный – цвета российского флага в музыкальной интерпретации. Праздничная программа разделена на три тематических блока. В каждом свой артист. Концерт Воденцова – событие уникальное уже тем, что оно объединило жителей разных муниципалитетов Подмосковья. Сегодня по всей Московской области был подведен итог интерактивного конкурса, который был начат еще на форуме «Я гражданин Подмосковья», где молодежь пытался ответить для себя на вопрос, какие важные исторические личности ассоциируются с нашим триколором, с каким конкретно цветом. И сегодня по всей Московской области раздавались наклейки на автомобили. Одинцово – это центральная точка раздачи, Одинцово-Луховицы. И это очень здорово, что Одинцово в очередной раз становится эпицентром очень важных событий. На одной сцене артисты оперы, театра, кино, ведущий музыкального фестиваля, советник губернатора Московской области Нармин Шаралиева и глава Одинцовского района Андрей Иванов. День государственного флага в России был учрежден в 1994 году, хотя сам триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Нам с вами всем повезло. Мы родились в великой стране, в стране с огромной историей, богатыми традициями. В стране, которая дала замечательных музыкантов, писателей, художников, деятелей науки, путешественников, полководцев. Я бы хотела, чтобы когда в следующий раз будет играть гимн нашей страны, будет подниматься наш флаг, чтобы не только спортсмены гордились этим, и мы за то, что наши спортсмены стоят на фоне нашего флага, а в любой момент, когда вы, будучи туристом, идете совершенно по другой стране, вы видите наш триколор, и вы знаете, что он означает, а главное, вспоминаете нашу страну. Страна с богатейшей историей и традициями сильна своими талантами. Музыкальный блок под цветом белой полосы флага – символ мира и гармонии отдан солисту новой оперы Василию Ладюку. Синий – верность и постоянство. В этой части концерта звучат песни Владимира Высоцкого и Булата Акуджавы в исполнении Дмитрия Харатьяна. Счастья, здоровья, радости, любви, процветания. Что бы ни случилось, никогда не отчаивайтесь, не унывайте. Нужно верить, надеяться, любить и не вешать нос ни при каких обстоятельствах. С праздником! Каждое государство должно гордиться своей историей, своим флагом, своим гимном. Вот этот день сделали совсем недавно. Мы правильно сделали, чтобы люди знали, что это такое. Пламенный образ мужественного и неповторимого актера и режиссера Игоря Меркурбанова вспыхивает в финале. Его цвет красный. Это энергия, отвага, героизм. Концертную программу, представленную Воденцова, специально подготовили для празднования Дня российского флага. Она прозвучала впервые и осталась в сердцах тех, для кого триколор не просто флаг, а символ великой державы. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».